Сейчас я выведу презентацию на экран. Подскажите, пожалуйста, видно ли на экране презентацию? Да, видно. Спасибо. Давайте начнем. Ну, собственно, как я уже упомянул, мы являемся оператором грантовой программы. Работаем мы в рамках постановления правительства номер 392 от 17 марта прошлого года. Средства финансирования, это средства, за счет которых мы финансируем проекты, это средства федерального бюджета в рамках ФЕД-проекта «От взлета от стартапа до IPO». У нас объем финансирования на сегодняшний день утвержденный 10 миллиардов рублей до 2025 года. Каждый год этот объем финансирования пересматривается в сторону увеличения, и мы надеемся, что текущий год не будет исключением. Ключевые условия предоставления грантового финансирования, а это именно гранты, я здесь отдельно обращаю на это внимание, поскольку многие привыкли пользоваться поддержкой в формате субсидий, которые компенсируют затраты, ну, в частности, вот субсидии, которые предоставляются Министерством промышленности и торговли, Минпромом по 1649 постановлению. Здесь мы говорим именно о грантовом финансировании, которое является безвозмездным, целевым, безвозвратным, но при выполнении определенных условий. Условия эти связаны с необходимостью обеспечения продажи продукта, да, как мы их называем, прирост объема выручки от реализации продукта, созданного за счет средств гранта. Такой прирост должен составить не менее 5 грантов за 6 лет с начала реализации проекта, но об этом чуть попозже. Итак, по поводу размеров гранта. У нас минимальный размер гранта 25 миллионов рублей, максимальный 250. Срок финансирования проекта не может превышать 3 лет, при этом срок реализации самого проекта и мониторинга, включая мониторинг, составляет 6 лет с начала подписания договора. У нас за счет того, что финансирование осуществляется... безвозвратно, безвозмездно, то у нас существуют определенные требования в отношении внебюджетного, объема софинансирования внебюджетного. Этот размер зависит от выручки компании. Для компаний поменьше мы предъявляем требования для объема поменьше, пониже. То есть, и таким образом у нас минимальный порог по выручке для компаний, которые могут претендовать нашу поддержку, 300 миллионов рублей. И при этом, если их выручка таких компаний не превышает 2 миллиарда, то объем софинансирования достаточно показать в объеме 50%, не менее 50% от суммы запрашиваемого гранта. То есть, к примеру, просите 100 миллионов, значит, минимум 50 миллионов нужно показать за период реализации проекта, показать софинансирование, которое было вложено с вашей стороны как заявителя, как грантополучателя, в данном случае в проект. Аналогичные условия у нас для компаний с выручкой по больше от 2 до 4 миллиардов, но там уже софинансирование должно составить не менее 70%. И для компаний с выручкой от 4 до 10 миллиардов, это предельный размер выручки, для компаний, которым мы оказываем поддержку, уже софинансирование должно составить не менее 100% от суммы запрашиваемого гранта. С точки зрения направления расходования, здесь мы, поскольку сама по себе природа программы, она предполагает некую доработку продукта, либо создание нового продукта под требования какой-либо из крупных корпораций, то у нас направление поддержки соответствующее от НИОКР на этапе разработки продукции, разработки КД, проведения необходимых испытаний, закупка лабораторного оборудования, это создание, расширение или модернизация производства, но все, кроме стройки. Да, тут у нас мы КС-ками никак не сможем закрыться, то есть ни земля, ни здание сооружения, ни ремонт, ни строительство капитальных, да, и с точки зрения капитальных затрат. То есть исключаем это, а все остальное с точки зрения технологии, закупки оборудования, технологической линии, все это мы допускаем. Изготовление пилотной партии, приобретение всех необходимых комплектующих, а также сертификация, аттестация, какие-то дополнительные испытания в условиях эксплуатации на площадке заказчика. Все это допускается, финансируется за счет средств нашей меры поддержки. Важная, очень отличительная особенность нашей программы от других программ связана с тем, что мы не предъявляем абсолютно никаких требований к необходимости создания результатов индивидуальной деятельности. То есть у нас нет никаких KPI по рядам, у нас нет никаких необходимости подавать обязательно заявку ФИПС там, на регистрацию
там патенты, да, или там полезные модели. Вы можете это делать, вы можете этого не делать. Мы абсолютно оставляем это на откуп грантополучателю. И никаких притязаний со своей стороны, тем более, не имеем по итогам реализации проекта на какую-либо интеллектуальную собственность, если таковая будет создана в рамках проекта. То есть вы можете ее совершенно свободно распределять между участниками проекта или оставлять за собой. То есть здесь никаких требований у нас, в принципе, в этом отношении не существует. Если мы говорим о корпорациях-заказчиках, и здесь вот тоже хотелось бы остановиться чуть более подробно, то на сегодняшний день у нас заключено 22 соглашения с крупнейшими компаниями Российской Федерации, инфраструктурными компаниями из самых разных отраслей, начиная с нефтегаза, это «Газпром», это «Роснефть», «Газпромнефть», «Татнефть», это транспорт, сфера транспорта, РЖД, «Синара» транспортная машина уже вот здесь эмблемует, но мы заключили соглашение недавно на форуме. Электроэнергетика, Россети, и перечень расширяется, планируем также генерацию подключать сюда. Компании, входящие в группу «Ростех», УДК и КАМАЗ, судостроение в лице ОСК, «Росатом» вместе с концерном «Роснергатом», «Почта России», ну, то есть и «Норники», «Северсталь», если мы говорим про металлургов и в целом о добыче. Перечень постоянно расширяется. До недавнего времени у нас существовало ограничение к идентификации таких компаний в качестве корпораций заказчиков в объеме не менее 100 миллиардов консолидированной выручки по году. На сегодняшний день мы такое требование снизили до 40 миллиардов. Это позволит нам в текущем году расширить этот перечень. Мы уверены, что он увеличится кратно, поскольку у нас были неоднократно были прецеденты, когда компания приходит на корпорацию, а она просто по выручке не проходит. И мы здесь, конечно, обратили на это внимание и вот уверены, что компании смогут обратиться к нам повторно. Почему это важно? Почему мы говорим о корпорациях-заказчиках? Потому что в каждой из этих компаний крупных, а это самые крупные инфраструктурные игроки в Российской Федерации, созданы специализированные органы специально для взаимодействия с нами. Эти органы в рамках постановления именуются координационными советами. В целом мы допускаем, что внутри корпорации любой другой коллегиальный орган, который будет наделен соответствующим полномочием, может выполнять функцию координационного совета. А функция заключается в следующем. Со стороны корпорации этот коллегиальный орган должен определить потребность в количестве, в стоимостном выражении, в том проекте, точнее продукте проекта, который нами рассматривается. К нам приходит компания, говорит, я готов выполнить технические требования, предъявляемые корпорации для создания такого-то продукта и поставить его в обозримом будущем, когда он будет создан. Корпорация со стороны подтверждает, что да, в определенном объеме у нее потребность в таком продукте проекта с такими характеристиками у нее есть. Здесь мы не нарушаем ни в коей мере антимонопольное законодательство, потому что мы не фиксируем это подтверждение как обязательство корпорации что-то приобрести, да, потому что такое не совсем договор будущей вещи, хотя, конечно, нам бы очень хотелось, чтобы за рамками нашей программы такие договоры заключались и какие-то были взаимные обязательства у сторон. Но здесь вот для того, чтобы нам поддержать проект и выйти на грантовый комитет на базе Минэкономразвития, нам достаточно подтверждения такого коллегиального органа о поддержке проекта и о размере потребностей в продукте проекта, а также согласование технических требований, что немаловажно, потому что зачастую бывает, что те требования, с которыми приходит заявитель, это его гипотеза. А на практике оказывается, что у корпорации требования бывают даже повыше. И вот неоднократно у нас такое уже происходило. И если грантополучатель согласен с этими требованиями, то мы, естественно, их включаем в договор, в соглашение о выделении гранта. И на этапе реализации проекта корпорация участвует в обязательном порядке приемки, подтверждая достижение тех или иных параметров. Это тоже одно из существенных условий, потому что программа направлена на удовлетворение потребности именно продуктов, которые востребованы корпорацией, которые готовы их приобрести. Здесь, пожалуй, тогда перейдем к требованиям, которые предъявляются нами на этапе отбора конкурсного. Здесь, пожалуй, я остановлюсь на двух ключевых, с которыми в основном у нас возникают, с которыми в основном у нас возникают не то чтобы сложности, но очень часто это предмет внимания экспертных организаций наших внешних, которые мы привлекаем. В частности, мы работаем активно с аналитическим центром при правительстве межотраслевым. И вот ключевое требование – это уровень готовности технологий или TRL,
в английской аббревиатуре девятибалльная шкала по уровню готовности, TRL должен быть не ниже 4. Что это означает на практике? Это означает, что у компании, которые обращаются к нам за поддержкой, уже должны быть подтверждены базовые характеристики будущего продукта, хотя бы в виде макета или лабораторного образца. Желательно, чтобы были проведены какие-то испытания, и протокол испытаний могли, нам могли предъявить, чтобы мы убедились в том, что мы можем идентифицировать уровень готовности как не менее 4. Вот здесь к этому просим очень внимательным образом отнестись при подаче заявки, потому что без подтверждения, к сожалению, экспертные организации 4 уровень не готовы подтверждать, а им финансировать научные исследования, поисковые ниры, фундаментальные ниры мы, к сожалению, не можем. У нас бывают запросы на то, что давайте мы сначала проведем НИР, по итогам НИР уже будем двигаться дальше. Да? Но вот здесь мы, к сожалению, не сможем поддержать такой проект. Нам нужно, чтобы фундаментальные НИРы и поисковые, и прикладные в том числе, которые уже позволили продукту дорасти до 4-й стадии, уже были проведены. Также у нас есть существенные ограничения на поддержку проектов, у которых на сегодняшний день на рынке существуют прямые серийно выпускаемые аналоги. Это ограничение напрямую продиктовано тем, что мы не можем позволить себе финансировать за счет средств федерального бюджета компании, которые создают продукты, уже существующие на рынке. То есть в противном случае мы просто начнем создавать нездоровую конкуренцию и придавать конкурентные преимущества каким-то игрокам рыночным, да, которые не совсем справедливо было бы делать, когда продукция уже существует. И в этом отношении мы, конечно же, всегда внимательным образом сравниваем, есть ли аналоги на рынке, можно ли их приобрести, доступны ли они из числа российских производителей. То есть если на рынке есть зарубежные аналоги, это нормально. И если российский производитель готов довести параметры своего продукта, дорастить, да, что называется, производство, для того, чтобы выпуска продукта, соответствующего там, зарубежным аналогам, это вполне приемлемый вариант. Но вот российский в данном случае, если уже кто-то есть на рынке, кто поставляет эту продукцию, а кто-то просто хочет дорасти до уровня другого российского поставщика, то здесь мы поддержать его не сможем. И здесь как раз хотел бы отдельно упомянуть о дополнительном ограничении, связанном с направлением финансирования расходования. Поскольку программа предполагает обязательную доработку продукта либо создание нового, то у нас минимум пятая часть средств гранта, 20% от суммы гранта, должна быть потрачена именно на доработку. То есть расширить производство просто за счет средств нашей поддержки не получится. Нужно. Бывает так, что компания приходит и говорит, у нас все доработано, у нас все готово, уже КД разработано, испытания, все есть, продукт мелкой серии выпускается. Вот нам бы только вот станков побольше и вот масштаб, дайте нам рынок и подтверждение рынка и масштаб в виде производственных площадей, чтобы мы могли расшириться просто оборудованием, там, станки установить и начать производить оборудование в большем объеме. Здесь мы видим эту историю как такую абсолютно коммерческую, хорошую, правильную, понятную, но абсолютно коммерческую деятельность. И здесь, скорее, все-таки мы коллегам рекомендуем обратиться за средствами поддержки, может быть, в кредитной организации или за льготным кредитом в ФРП. То есть, когда нет доработки, когда нет вот создание нового продукта, здесь мы только на модернизацию и расширение производства, здесь, к сожалению, поддержку не сможем обеспечить. У нас в программе также есть ключевое требование по необходимости использования при создании продукта проекта приоритетных, так называемых приоритетных технологий. Они определены перечнем правительства в рамках нашего постановления. Они в целом соответствуют высокотехнологичным направлениям развития Российской Федерации дорожным картам, ну, за исключением там, может быть, отдельных только, по которым дорожных карт нет, но так или иначе, мы вот при анализе того опыта, который мы успели получить, мы понимаем, что тут, наверное, достаточно большой перечень, расширенный, очень большой, еще более расширенный перечень представлен у нас на сайте, но в целом мы понимаем, что, наверное, просто здесь нет какой-то глубокой фармы. То есть вот какой-то прям такой очень-очень там глубокой фармы здесь, наверное, найти что-то подходящее для себя, наверное, не удастся. А в целом тут искусственный интеллект и квантовые коммуникации, и технологии передачи электроэнергии на новых принципах. То есть здесь достаточно большой такой перечень расширений. И мы не сталкивались в основном с... Точнее, наши заявители не жаловались нам в основном на то, что они не могли бы себя идентифицировать в этом перечне. Но вот фарма, к сожалению, выпадает. Объективно. С точки зрения механизма, который мы реализуем при прохождении отбора, то его можно разделить на такие три условных этапа. После подачи заявки мы проводим внутреннюю экспертизу, связанную с формальной
формальным соответствием заявки и документов нашим требованиям конкурсной документации, а также финансово-экономическую оценку предприятия-заявителя на предмет возможности обеспечить софинансирование. В дальнейшем мы выдвигаемся уже из внутреннего на внешний контур, мы проводим оценку технико-экономическую с привлечением экспертной организации внешней, в частности, о которой я упоминал уже, в лице аналитического центра при правительстве. Также в зависимости от специфики проекта мы можем привлекать другие экспертные организации, у нас есть аккредитованный пул, он также открытый, мы можем, если какая-то будет совершенно специфическая тематика, мы готовы аккредитовать дополнительную экспертную организацию для того, чтобы обеспечить внешнюю экспертизу. А также мы выезжаем с нашим инженерным центром партнерским, в партнерстве с Инопрактикой, мы выезжаем на технические аудиты, смотрим, что заявленные параметры проекта соответствуют тому, что есть у заявителя на площадке, либо при условии, что ее можно дооснастить, то есть можно будет выпустить проект, и формируем отчет о техническом аудите, который также у нас является одной из составляющих частей в комплекте документов, которые в итоге попадают на грантовый комитет. Если все этапы внутренние и внешние пройдены, мы приходим к корпорации с этим комплектом и уточняем на аккредитационном совете, и существуют ли потребности, в каком объеме в продукте проекта с заявленными техническими характеристиками, и корпорация уже нам либо уточняет тех требований, согласовывает их в том или ином виде, и также определяет потребность. После чего мы двигаемся на грантовый комитет, и грантовый комитет уже голосует, причем здесь важная особенность, у нас состав членов грантового комитета обязательно входит представитель корпорации. Корпорация не просто нам выдает протокольное решение и забывает об этом, она также поддерживает проект в обязательном порядке на грантовом комитете и голосует за него. Это очень важное, существенное условие, потому что без поддержки корпорации проекта у нас решение принято быть не может. Отдельно хотел упомянуть также о том, что у нас мы не принимаем на практике, мы не принимаем решений положительных, и грантовый комитет, в частности, их не принимает, в том случае, если потребность не подтверждена в необходимом объеме. Вот тот прирост объема выручки, о котором я упоминал в начале, пятикратный прирост объема выручки от продажи продукта, созданного за счет средств гранта на протяжении 6 лет, он у нас в обязательном порядке должен быть определен, объем потребности страны корпорации должен быть определен в объеме не менее пятикратного размера гранта. То есть в этом отношении мы, что называется, не допускаем возникновение каких-либо рисков у заявителя в том случае, если вот корпорация не подтвердила объем потребности. Мы, конечно, понимаем, что объективно по некоторым видам продуктов у корпорации просто объективно может не быть такого объема потребности. Тут возможен просто корпоративный заказ, мы можем уточнить наличие потребностей у других корпораций просто и выйти на комитет уже с совокупной потребностью. Ну, бывает, конечно, так, что компания настолько уверена в себе, в своем продукте, в своей силе, что даже если корпорация не подтверждает потребность, она заявляет уверенно и подтверждает это самостоятельно, то есть от наших игроков, что она свой продукт продает, да, что называется, и обязательно обеспечит объем выручки. И здесь вот важное уточнение как раз в отношении этого прироста объема выручки. Мы не ограничиваем выручку только лишь выручкой стороны корпорации заказчика. Продукт можно продавать в рынок, добирать выручку, никаких ограничений на этот счет у нас нет. На мониторинге, наверное, отдельно останавливаться не буду, у нас есть целый порядок, опубликован на сайте порядок расходования средств гранта со всеми подтверждающими документами необходимыми, отчетностью, порядка сдачи отчетности, финансовая, техническая, все это такая уже детализация более глубокая, ну, она сейчас не имеет смысла не ставиться, но только напомню, что мы проводим мониторинг на протяжении 6 лет с момента подписания договора. Также у нас есть ряд контрольных точек, которые мы обязательно должны пройти с нашими грантополучателями. В частности, нам нужно создать экспериментальный образец не позднее 2 года с начала реализации проекта, а также запустить производство не позднее 3 года, то есть, по сути, к концу периода финансирования, предельного периода финансирования нашего проекта с грантополучателем, проект грантополучателя с нашей поддержкой, да, должно быть запущено производство уже. Отлажены процессы технологические. По итогам 2024 года мы уже ожидаем, что грантополучатель заключит договор поставки и оказания услуг
на тот вид продукта, который был заявлен в рамках проекта, и начнет поставку. И за не позднее 4-го года уже достигнут выручки в однократном размере гранта, к 5-му году двукратного, а к 6-му, соответственно, 5-кратного размера гранта. При этом эти показатели можно выполнить заблаговременно. Мы не устанавливаем эти предельные сроки как целевые, они только лишь предельные. Если достигли раньше, все хорошо. Здесь я отдельно хотел упомянуть о том, что у нас предусмотрен за недостижение данного показателя предусмотрен лишь пропорциональный возврат, что у нас существенно отличает от других мер поддержки, которые, в частности, вот по субсидиям Минпрома, где недостижение, как какое-либо из минимальных достижений, влечет возврат средств в полном объеме. Мы в этом смысле предусматриваем формулу пропорционального возврата. То есть не достигли половины, тогда только половина средств гранта. 10%, значит 10% средств гранта. И в этом отношении это финансирование превращается в такой некий аналог такого беспроцентного кредита. Можно его так позиционировать в случае недостижения данного показателя. На сегодняшний день у нас открыта 4-я очередь приема заявок. Мы провели уже 3 из них, и очередь текущая продлится до середины сентября. Но мы рекомендуем подавать заявки, не дожидаясь окончания этого периода, потому что мы приступаем к рассмотрению заявок незамедлительно после их подачи. То есть мы не ждем, когда у нас закончится вот общий сбор, и потом начинаем анализ. Нет, мы как только вы подали заявку, мы уже начинаем по ней работу. Поэтому в этом отношении, кто придет раньше, ну, собственно говоря, у того больше шансов претендовать на финансирование в этом году, потому что мы ожидаем, что спрос у нас на программу, вот как мы видим, за 3 очереди, он только нарастает, а бюджет пока что у нас лимитирован, что называется, потому что мы уже заключили договоров на порядка 6 миллиардов рублей. Это не означает, что у нас осталось 4, да, но вместе с тем. То есть здесь кто придет раньше, то будет точно совершенно с большей вероятностью претендовать на получение финансирования в этом году. Поэтому предлагаем не откладывать подачу. Вот если говорить про очереди состоявшиеся, то у нас, конечно, пока заявки преимущественно от компаний из европейской части, но мы очень будем рады видеть заявки от представителей других субъектов Российской Федерации, и не только в европейской части, да, и Дальний Восток, и Сибирь, и Западно-Восточная, то есть Урал. Ну, кстати, Уральский регион подтягивается хорошо. У нас из Челябинской области достаточно много заявок поступило, Уфа, Татарстан, ну, они ближе к центральной. Если говорить про объем запрошенного финансирования, то он превышает 24 миллиарда рублей. Пока что корпорации-лидеры, на которых подаются компании, это в основном транспорт, нефтегаз, автопром, энергетика, есть, подтягивается Супром. Вот. Но, опять же, повторюсь, ограничением не является тот список корпораций, которые у нас будут представлены на слайде, он не исчерпывающий. Если вы там не нашли корпорацию в этом списке, вы можете смело подавать заявку, указывать ту корпорацию, которую считаете нужной. Мы обязательно предпримем все необходимые действия по заключению с ней соглашения, формированию курсовета, выстраиванию взаимодействия. То есть здесь это не является ограничением при подаче. Средний размер портрета, простите, грантополучателя у нас, конечно же, такой достаточно уверенные компании из себя представляют. Выручка у нас средняя, наши грантополучатели в районе 2 миллиардов рублей, но у нас получают гранты также компании с выручкой до миллиарда. При этом просим учитывать, что действуют правила по определению предельного размера гранта. У нас он установлен программой в 250 миллионов, но для компании с выручкой меньше миллиарда мы всегда делим выручку на 4 за последний счетный год и определяем предельный объем. То есть если у компании выручка 800 миллионов за последний год, мы готовы предоставить 200 миллионов рублей предельный, в качестве предельного размера гранта. Соответственно, если 500 миллионов, то 125, ну и так далее. Да? То есть выручку делим на 4. Средний размер гранта, который мы предоставляем, он в районе 150 миллионов рублей. В данном случае у нас вот на слайде представлено в разрезе корпораций лидер пока у нас вот «Газпром», «Нефтегаз», строительная компания, но, опять же, такая сухая статистика нашей внутренней работы, которая была проведена чуть больше, чем за год. Если мы говорим про шаги по подаче заявки, то все заявки у нас принимаются в электронном виде на нашей электронной площадке, в личном кабинете, который нужно будет зарегистрировать. Но перед этим мы все-таки рекомендуем всем компаниям выстроить коммуникацию с будущей корпорацией заказчика «Якорно», дочкой корпорации с заказчиком, и подтвердить для нас
в составе материала заявки это взаимодействие. Это может быть какое-то письмо с подтверждением заинтересованности в будущем продукте, может быть, без какой-то детальной конкретики, но какая-то базовая заинтересованность, которая позволит нам инициировать процедуру отбора. Это может быть протокол совещания, это может быть протокол мученического совета, это может быть преддоговор, если вы уже зашли на какую-то такую глубокую стадию коммуникации, взаимодействия. То есть нам нужно обязательно убедиться в том, что заинтересованность в том продукте, который вы хотите создавать, со стороны корпорации есть. А дальше уже мы на своем плече уже определим вместе с корпорацией эту потребность в рамках тех процедур и соглашений, которые у нас с ними заключены. После того, как вы получите подтверждение, можно уверенно подавать заявку в личном кабинете. Все шаблоны документов представлены на сайте. У нас работает горячая линия поддержки. Вы можете на открытое общение всегда, можете нам звонить по телефону, писать по электронной почте, в чат-бот на сайте. У нас максимальным образом мы постарались в личном кабинете сделать подсказки к каждому полю, примере заполнения шаблона документов. То есть в этом отношении мы готовы вас проконсультировать. Пожалуйста, можете обращаться, и мы вам обязательно подскажем, как поступать в той или иной ситуации с точки зрения заполнения тех или иных полей в системе. Ну, собственно говоря, на этом, пожалуй, все. Вот на слайде наши представлены наши контактные данные. Какие-то, если есть вопросы, я буду рад на них ответить. Спасибо большое. Спасибо, Виктор Сергеевич. У нас есть вопросы в чате уже. Коллеги просят уточнить, то есть на сегодняшний день компания уже должна быть достаточно крупной, поскольку требования все-таки к выручке от 300 миллионов рублей, как я понимаю, годовых, да? Да, это у нас формальное требование. Мы в этом отношении смотрим либо на последний отчетный год, либо на три последних отчетных года как среднее значение выручки. То есть мы понимаем, что могут быть какие-то провалы, но если у компании до этого была выручка выше и среднее значение за три последних отчетных года превышает сумму в 300, мы допускаем такие компании к отбору. Но еще от себя добавлю, вот там у вас, по-моему, там в втором слайде, да, как раз программа «Взлет» от стартапа до IPO, да, это предполагается, что все-таки у стартапа выручка 300 миллионов рублей годовая. Коллеги, да, смотрите, я могу здесь прокомментировать. Дело в том, что сам по себе федеральный проект, он содержит в себе разные, совершенно различные меры поддержки, и в данном случае мы в рамках всего федерального проекта находимся в самой его конечной части. То есть на этапе, понятно, что на этапе созревания компании на каждом из различных этапов поддержка нужна разная. И мы в этом отношении, когда компания растет, мы ее поддержим уже на том этапе, когда она достигла определенной стадии зрелости и уже готова выходить на IPO, там мы уже поддерживаем ее в отношении тех продуктов, которые она готова создавать для рынка, в том числе крупного корпоративного рынка. В этом отношении вот, в рамках всего проекта, FED-проекта, мы находимся вот в его такой самой зрелой части, самой уже. А вот в отношении выхода на IPO? Ну, в данном случае у нас нашим непосредственно центром поддержки, который является оператором, у нас данная мера пока не предусмотрена. С точки зрения самого FED-проекта я не могу уверенно сказать, но допускаю, что, может быть, у коллег из Сколково есть отдельные виды поддержки. Здесь надо пообщаться отдельно. Но пока в рамках нашей меры по ответственности восстановления мы о самом IPO не говорим, то есть о поддержках на выходе на само IPO. Но FED-проект, да, наверняка это допускает, но это уже не совсем в рамках дорогущего. Понятно. Спасибо большое, потому что не совсем тривиальное дело. Еще вопрос из чата. Требуется ли самооценка TRL или нужно стороннее заключение? Или вам нужно предоставить весь комплект документов и ваши эксперты уже будут оценивать все это? Да, вопрос понятен. Мы в этом отношении подходим всегда следующим образом. Мы понимаем, что тот TRL, который нам заявитель предоставляет, он является заявленным уровнем TRL. То есть заявитель в отношении себя TRL определил вот так, на таком уровне. То есть он может быть завышен, он может быть занижен, но вот как он может быть каким-то. В этом отношении мы всегда ориентируемся уже на подтвержденный уровень TRL при проведении экспертизы, и он уже для нас является определяющим.
То есть это не означает, что заявитель, конечно, может заявить там любого гарантирования, но мы допускаем ошибку на этапе заявки, что он может как-то не совсем корректно истолковывать наши требования к определению шкалы уровня готовности технологии, и эксперты уже либо подтверждают этот уровень, либо его просто корректируют. Мы доверяем экспертному мнению, и в случае, если каких-то документов, может быть, не достает, мы готовы это запрашивать, чтобы уровень таким тем или иным образом был подтвержден со стороны экспертной организации. Соответственно, значит, вам заявитель там самоопределяет уровень TRL и предоставляет документы уже на проверку. Да-да, совершенно верно. Я понял. А у вас на сайте есть где-то разделчик, где это упомянуто, чтобы коллеги смогли ознакомиться? Да, конечно. У нас в соответствующем поле с подгрузкой документов есть рекомендации в отношении документов, которые могут быть предоставлены. То есть протокол испытаний, это те или иные виды документов, которые подтверждают уровень готовности технологии. И также конкурсная документация также это изложено, но в подсказках в поле в системе у нас для всех, для многих будет более актуально. Да, и еще один вопрос. Просит уточнить, а сколько примерно проходит времени с подачи заявки до грантового комитета и подписания соглашения? Коллеги, смотрите, тут все очень сильно зависит от качества материала заявки и от того, нет ли каких-либо препятствий при рассмотрении внутри корпорации заказчика. Такие хорошие примеры уверенного прохождения этапа конкурсного отбора говорят о том, что средний срок от подачи заявки до заключения договора гранта с учетом всех стадий – это 1.5-2 месяца. То есть качественные материалы, отсутствие каких-то вопросов со стороны экспертных организаций и группы техаудита, поддержка со стороны корпорации в части подтверждения потребностей этих требований, уверенно можно говорить, что не более 2 месяца. Во всех остальных случаях, у нас есть, конечно, рекордсмены, которые проходили гораздо быстрее этого срока, да, но это скорее такое... эксклюзив, с точки экзотика, точнее, потому что там были другие обстоятельства, там Новый год, да, и корпорации тесные отношения с заявителем, то есть понятный продукт, там, и, в общем, когда на всех этапах все очевидно для всех участников процесса, тогда, конечно, этот срок может быть гораздо меньше, там, вплоть до месяца. Вот. Но традиционно, конечно, когда мы говорим о компаниях, которые с корпорацией пока не вышли на тесное взаимодействие, или мы говорим о корпорации, которые еще не выстроили взаимодействие с нами, которые до конца еще не понимают требования, я про корпорации, требования нашей программы, в каком виде нам нужно подтверждение, как мы проводим комитеты, конечно, это занимает время, и здесь у нас мы можем и выйти в 3 месяца, и больше, и здесь очень все сильно зависит от всех участников процесса. Ну, предельный срок у нас на сегодняшний день, наш конкурсная документация установлена 130 рабочих дней. Это самый предельный срок, который мы можем себе позволить пересмотреть. И еще вопросик. Финансируются ли затраты, которые компания успеет в этот вот период времени понести? Потому что, как я понимаю, идея в том, что компания может к вам податься и продолжать или начать работу заблаговременно до подписания. Ну, грубо говоря, в инициативном порядке. То есть какой-то механизм принятия затрат до даты подписания предусмотрен, или как бы это заявитель берет на себя там эти риски и затраты? Простите, еще раз можно задать вопрос? Смотрите, если компания вот подает заявку, но при этом начинает вести работы, ну, инициативно, так сказать. Угу. По сути, вы оплачиваете расходы с момента подписания договора. Или есть возможность включения затрат, которые были понесены до? Коллеги, да, смотрите, здесь у нас... Прошу обратить внимание, да, и вот, наверное, это ключевым является... ответить на данный вопрос, мы никогда не компенсируем затраты. То есть у нас, в принципе, нет понятия компенсации затрат. У нас мы оперируем только термином объем софинансирования. В этом отношении мы допускаем, чтобы те затраты, которые компания понесла с момента подачи заявки, были включены в объем софинансирования первых этапов реализации проекта.
но ни в коем случае не компенсировано. То есть вот здесь мы очень так просим на этом обратить внимание, потому что коллеги очень часто нас путают с субсидией Минпрома, которая вот именно про компенсацию затрат. Когда-то потратили, а потом, значит, компенсировали. Здесь у нас все ровно, что называется, наоборот. И то оборудование, которое было куплено ранее, в виде имущества в проект вложено быть не может, то есть каким-то имущественным вкладом. Все, что было до подачи заявки с точки зрения затрат, которые могут быть даже на реализацию проекта, мы не сможем включить в объем софинансирования. Поэтому в этом отношении с момента подачи «да», с момента подачи заявки «да», в объем первых этапов софинансирования, с точки зрения компенсации расходов до подачи заявки совершенно точно нет. И если что-то было куплено в виде оборудования для цели реализации проекта ранее, до подачи заявки, тоже как проекту, как вклад в проект или как переданное имущество, может быть, от других дочерних компаний, группы организаций, тоже в данном случае софинансировать, как софинансировать, зачесть не можем, не сможем даже после подачи заявки. Бывает так, что вот мы там разработали станок, он там у нас мегасовершенный, но он у нас висит на балансе у дочки, давайте мы его передадим сюда, значит, грантополучателю, и вот это будет наше софинансирование. К сожалению, нет, то есть имущество получится. Спасибо. И еще вопрос. Может ли быть заявителем на грант группы компаний в случае, если проект разрабатывается несколькими компаниями, входящими в эту группу? Коллеги, комментарий следующий. Одно юрлицо, один проект. До завершения проекта следующую заявку подать можно, но она просто не будет рассмотрена. То есть надо сначала завершить, получить выручку, распределение выручки. Потом можно подавать этим же юрлицом заявку на второй проект. Группа компаний в этом отношении, как группа лиц, там, как консорциум, как объединение, как товарищество, податься не может. Можно лишь развернуть кооперационную цепочку, отразить в составе заявки. То есть, к примеру, есть конкретное юрлицо, которое является грантополучателем. Оно будет нести полную ответственность за достижение всех показателей, которые у нас в договоре гранта прописаны. Она может привлекать как соисполнителей организации, входящих в группу, на отдельные виды операций, работы, технологических поставок комплектующих. Это не возбраняется. Но коллективная, что называется, ответственность быть не может. У нас должно нести ответственность перед нами, как перед центром поддержки, как оператором, одно юрлицо. При этом мы допускаем, что внутри группы компаний у разных юрлиц могут быть разные проекты, и если они будут подаваться параллельно, мы тоже не видим в этом ничего отрицательного. То есть это допускается условием программы. То есть, еще раз, одно юрлицо, один проект. Если несколько юрлиц входят в группу, можно подавать разными юрлицами два проекта различных. И внутри группы компаний можно брать на субподряд в кооперационную цепочку, привлекать как соисполнители компании, входящие в одну группу лиц, но подавать заявку все равно должно какое-то одно из них, и оно будет грантополучателем. Ну, в принципе, да. Это разумно, если у вас стоит ограничение на один проект от одного юрлица, то разумнее от какой-то компании, входящей в холдинг, подаваться отдельно, а не от самого главы управляющей компании холдинга, чтобы сохранить возможность еще подаваться. Но, как я понимаю, здесь нужно будет именно описать тогда кооперационную цепочку и назначить главного, грубо говоря, заявителя. Совершенно верно. И здесь вот я еще прошу обратить внимание, вот зачастую бывает так, что компании несколько превратно истолковывают требования нашей документации, допуская, что они могут выступать грантополучателем, но при этом не производить никакой продукции, все отдавать на субподряд, заказывать контрактное производство. То есть тут заказали документацию, там заказали производство, там тут заказали комплектующие, то есть а сами вообще ничего не сделали. То есть только получили грант и распределили. Вот это, конечно, допускать. У нас это прямого запрета на это, конечно же, нет, но это не означает, что вот мы приемлем в данном случае такие подходы со стороны компании. Мы все-таки стараемся позиционировать нашу меру поддержки как доращивание конкретных поставщиков. То есть чтобы сам поставщик, да, у него может не быть все компетенции, да, он может там не иметь конструкторского отдела, да, или там у него не все переделы технологически могут быть на его производстве. Это нормально. Но это не означает, что он просто должен выступать посредником, просто получать деньги, распределяя их между какими-то другими юридическими лицами, а потом там кто-то будет производить, там, продавать, а он просто там освоил средства гранта. Нет,
такого быть не должно. Поэтому в этом отношении мы все-таки стараемся все-таки отслеживать и проекты отбирать именно тех поставщиков, производителей, которые на своем плече готовы свое производство усовершенствовать для того, чтобы выпускать продукт с новым качеством или создавать новый продукт и поставлять его. В конечном итоге, да, можно делать поставки через торговый дом, внутри группы, мы это допускаем, но все-таки производителем должен быть он и конечным, и отвечать за результат тоже должен быть он. То есть это не должна быть какая-то инжиниринговая структура, которая просто вот, тут распределила средства гранта, я читал за свои. То есть вот этого быть нашей компанией. Но с этой точки зрения, в принципе, управляющая компания совсем не подходит, поскольку совершенно она... Совершенно верно. Да, то есть нужно выделять конкретного исполнителя в группе. Вот так, коллеги, пожалуйста, еще вопросы задавайте. Так, если пока нет, то еще один уточняющий вопрос по поводу TRL. Соответственно, коллега спрашивает, типа, если ФОД будет начислен и оплачен за 2 месяца экспертизы, то есть для проведения испытаний, как я понимаю, для получения экспертного заключения, подтверждение уровня готовности, то эти затраты как бы компания оплачивает типа, сама, останавливает работу, ждет, пока будет проведена ваша экспертиза, подписано соглашение, потом начинают собственно, работу. Я все правильно понял? Ну, мы в этом отношении никаких ограничений не накладываем. То есть если проект компании реализуется, она планирует успеть вложить его в определенные сроки, а зачастую так и происходит. Ну, вот смотрите, к примеру, у нас есть примеры проектов, когда компании уже подписали дорожную карту с корпорацией заказчиками. То есть у них уже есть совершенно конкретные обязательства. Да, они не финансового характера, но они в виде договорных, в виде таких ориентиров, вообще зафиксированы на бумаге, да, и они не планируют их нарушать, и они двигаются, и конечно же, рассчитывать на нашу поддержку финансовую, но понимая, что идет процедура экспертизы, они все равно не останавливают реализацию проекта и затраты несут. Просто потом они будут включены как в виде софинансирования на реализацию проекта, если проект будет поддержан. То есть в этом отношении останавливать или не останавливать – это решение отдельно, конкретное решение для этой компании. Мы здесь не имеем никаких требований и рекомендаций, то есть это все достаточно индивидуально. С точки зрения, еще вот вначале, с точки зрения определения уровня готовности, я так понимаю, что вопрос заключается в том, что компания планирует потратить какие-то деньги на экспертизу по определению уровня готовности, чтобы потом включить. Ну, как я понимаю, да. Ну, вы знаете, для нас пока вот это... Ну, мы не встречали пока таких прецедентов отнесения подобного рода затрат к софинансированию, потому что традиционно у нас все-таки компании стараются потратить деньги на проведение совершенно конкретных работ, которыми можно отчитаться и подтвердить УГТ, допустим, проведение испытаний. То есть, там, какую-то лабораторию там, да, или оборудование где-то разместили в каком-то испытательном центре и понесли затраты. Это да. Но что привлечь экспертную организацию, чтобы она помогла им определить их уровень готовности подаваться к нам, мы пока просто этого не встречали. У меня пока скепсис на этот счет, что эти затраты можно будет включить как затраты на реализацию проекта, потому что, ну, собственно, мы для компании это делаем бесплатно, по-хорошему, мы делаем это за счет средств казначейских федерального бюджета, поэтому нанимать дополнительно экспертную организацию, которая, по большому счету, выполняет нашу функцию, ну, для нас это по меньшей мере как-то выглядит пока не очень обоснованно. Поэтому не уверен, что мы сможем эти затраты засчитать за финансирование по проекту. Даже на первых. Понял, спасибо. Я вижу руку в чате под Сергей. Да. Совершенно верно.
Да, смысл ровно именно такой, как вы озвучили. То есть вы подали заявку, продолжаете нести затраты. Если эти затраты попадают в те направления финансирования, которые допустимы в рамках проекта, да, за счет бюджета или не бюджета, то мы их можем на первых этапах засчитать как софинансирование, когда вы уже придете к нам с отчетом. Потому что у нас же какая процедура предоставления гранта? Мы 100% авансируем каждый этап. Наступил первый этап, вы заложили какую-то определенную сумму, определенный срок. Мы до начала выполнения вами работ перечисляем вам деньги на счет коммерческого банка, без казначейских счетов. Значит, вы ими распоряжаетесь, и к концу этапа нам приносите отчетные документы, технические и финансовые. И вот по финансовым документам вы показываете нам, что вы средства гранта в полном объеме использовали и обеспечили софинансирование в необходимом объеме, и в том числе можете показывать в виде подтверждающих документов, там, платежные поручения, да, и прочие там, договоры, по которым вы совершали платежи для реализации проекта, там, на приобретение оборудования, да, там, на выполнение работы, на разработку РКД, на проведение испытаний. И эти документы будут являться основанием для того, чтобы мы могли это софинансирование зачесть как в необходимом объеме. Вы можете потратить больше денег, к примеру, да, то есть это допускается. То есть, но в объеме не менее, который установлен в нашей документации, ну, для компании с выручкой до 2 миллиардов рублей, в объеме не менее 50% на каждом этапе. Ну, большое спасибо. Коллеги, если есть еще вопросы, у нас есть время, мы можем на них отвечать. Похоже, что пока вопросов нет. Тогда передаю слово Арине. Да, коллеги, если больше нет вопросов, тогда, наверное, можем завершать наш вебинар. Мы будем рады дальнейшему сотрудничеству.